Дорогие братья и сестры, я приветствую вас любовью Иисуса Христа. И прежде чем я поделюсь текстом из Священного Писания, я хочу поздравить всех с наступающими праздниками, с Рождеством Христовым и рассказать одну очень забавную историю. Сегодня я на улице поздравил одного человека с Рождеством Христовым. На что он мне сказал? У нас свое Рождество. Мне, конечно, было забавно, смешно, но для себя я сделал один хороший вывод, что Рождество Христово – это не даты, Рождество Христово – это не временные отрезки, Рождество Христово – это великое, прекрасное и чудесное событие. Всех с Рождеством Христовым! А сейчас Евангелие от Луки, 2 глава с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Драгоценные, мы видим, что ангел приходит к пастухам и говорит, что «я возвещаю вам великую радость». В этих словах, наверное, кроется вся чудесная тайна. Великую радость. Сегодня наша радость, она подпитывается не от нашего финансового положения, не от наличия квартир, не от наличия машин, не от чего-то финансового или материального. Сегодня наша великая радость от того, что родился в городе Давидовом Спаситель. 2000 лет назад родился Христос Господь, который принес надежду, который принес любовь в этот мир и спасение всем человекам. Но сегодня я хочу обратить внимание вот именно на эти два слова: великую радость. Нам, наверное, современным христианам или современным людям будет более понятно, если мы посмотрим на слово «великую» в греческом переводе. Это слово «мегас». И мы все знаем это прекрасное слово «мега». Это что-то огромное, это что-то большое, это что-то неисчислимое. Это просто мега, мега радость. Драгоценные, всех хочется ободрить и сказать, чтобы вот просто наши сердца были переполнены в эти дни и в последующие дни, пускай это будет весь год, чтобы наши сердца были переполнены вот этой мега радостью, что в наших жизнях, в наших домах появилась надежда, что в нашей жизни пришел тот, кто спас, оправдал, искупил и просто даровал нам жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа, благословений всех, хороших всех, всем праздников, в Новый год и в предновогодние дни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.